Ой, нашла. Что там? Она как зомби. Вот так выглядит. Вот. Хорошо. Защищаемый физический биоробот с защитным потоком чистых энергий Абсолюта. Берем Ирину в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. И вместе с тонкой копией Ирины поднимайся в комнату диагностики. 1, 2, 3. Пошел подъем. Мы на месте. Мы приветствуем Ирину, интересуемся, готова ли она к диагностике, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Она кивает и руками разводит, показывает на себе. Это слизь, как пиявки в разных местах с ней свисает. Хорошо, я даю команду на счет 3. Сканер начинает, включает программу и выдавливает. Она выходит и формируется в шар в автоматическом режиме. 1, 2, 3. Все подключки, все конвекторы, все чипы, датчики, импланты отключаются и выходят, летят в этот шар перед Ириной. Пошел процесс. Готово. Отправляет этот шар в клетку-тюрьму. И я даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Ирины под ногами. Заложником. 1, 2, 3. Сканер сканирует все 7 тонких тел Ирины. Находит все. У меня лизард. Ящер такой. Знаем лизардов. Бес. Бес. Все. Какой бес? 8. Восьмерка. 8. Хорошо. Так. Лизард, почему мы так часто встречаемся с вами в последнее время? Он попой повернулся. Хвостом верен. Да ты что? Это же то, что мы любим. Владаем удар, его хвост ощутимым. Вот он развернулся, резко прям прыгнул и начал вот этой зелени кидаться. Стекло. Так ты что? Открываю. Защита. Открываю над его клеткой поток любви Абсолюта, заливая ее светом любви Отца. Пошел свет! Включая высоковибрационные фиолетовые лучи, вытесняя за пределы все, что выходит. Ему плохо от лучей, это его убить может. Выключая лучи, выключая свет. Его делаю. Вырвало сейчас на эту защиту, и все стекло в этой зелени. Я его не вижу. Хорошо, я даю команду. Это вся слизь выходит из его клетки за пределы этой комнаты. 1, 2, 3. Все выдавливается. Сила моего намерения до последнего микрона. Стекло чистое. Готово. Выстраивает этого лизарда канал к ответственному, если таковы есть, и притягивает других ответственных. Нет. Хорошо, бес. Ты хочешь такую же процедуру? Нет, он передумал. Он сперва хотел агрессировать. Да ты что? О чем? Почему ты передумал? Не рассмотрел тебя сразу. Хорошо. Значит, тогда давай общаться с тобой нормальным языком. Сколько ты находишься в этом биополе? 10 дней. Где ты зашел? Покажи ситуацию. На что зашел? Воронку наступила. Где? Бес, давай активнее общаться. Ты мне дорогу показывает. Понятно. Это если ты 8 герц, сколько у нее герц должно быть вибрации, когда она вступила в эту воронку? Воронка у меня большая, 15-герцовая. То есть у нее до 15 герц по краям ты можешь достигнуть, да? Могу. Понятно. Это был случайный подход или это имело основание? Лотерея. Лотерея. Значит, случайный, да? Там да. Не было никакого умысла. Хорошо. 10 дней. Что ты установил в ее биополе? Лотерея удачная оказалась. Столько негатива подсосал, и не только с нее. С тех, кто вокруг нее. Ах, вот как. Расскажи мне, вот это интересный момент. Да как так получается? Ты что-то установил, что могло воздействовать на других людей? Нет, она чувствительна и впитывает все в себя. Эмоции, а да? Я усугубляю это все. Эмоции и не эмоции, то, что она слышит, пропускает через себя. Понятно. То есть вся информация, боль, страдания, страх, ужас, жалость. А понятно. Я усиливаю, питаюсь. Ничего не могу тебе сказать, бес, ты зашел на свою чистоту, абсолютно верно. Мы неоднократно говорили, что эмоции, мысли и чувства надо держать в холодной голове. Если мы взрываемся, если мы показываем какие-то сверхэмоции, такого плана, как описал бес, на них заходят как раз бесы и демоны, это их чистота. Здесь все понятно. Бес, что ты установил в биополе Ирины? Показывает или что там? Да,
Он просто говорит еще здесь, что не должно быть страдания, а должно быть сострадание и помощь. Он установил гольфы на ней, одел просто они какого-то серого цвета, чтобы все это стекало вниз. Понятно, хорошо. Снимаю это все, что ты оставил. А за эту информацию, которую ты дал, я дам тебе сегодня эмоциональный фантом со всеми этими страхами. Если ты, конечно, хочешь. Хочу, хочу. Он все снял. Хорошо. Выходит эмоциональный фантом Ирины 1, 2, 3. Проецирует все негативные программы, негативные мыслеформы, а также всю низковибрационную эмоциональную энергию. Все это низковибрационное, ей же сгенерированное, проецируется на ее эмоциональном фантоме. У меня очень большой шар из черно-красных энергий. Хорошо, перед тем, как я... Ирина, вы хотите этот шар убрать из своего биополя? Да, уберите вот у меня. Ирина, вы должны понять, что эти энергии, которые находятся в этом шаре, это все вы сделали. Это не чужие. Это именно ваша энергия. Да, но я же живой человек. Как мне реагировать на боль? Сдержанно. У меня нет такого опыта. Хорошо. Значит, тогда посмотрите на последствия такого опыта. Научите меня. Держите свои эмоции и чувства в рамках. Просто не переходите определенные границы, где малейшая плохая новость становится катастрофой. Мы сами решаем, когда это катастрофа, понимаете? Вот. И если радость, то эта радость тоже должна быть сдержанная. Установите для себя такое чувство, как спокойствие, где вы находитесь в гармонии. Гармония уже исключает из себя негативные такие эмоции, слезы, страх и так далее. И гармония исключает из себя всех сверхрадостные эмоции, где вы там на стену прыгаете от радости. И на то, и на другое заходят сущности. Но я женщина, и, конечно, я эмоциональная. Значит, вам надо что-то изменить. У меня есть чувства и эмоции. Вы не можете изменить то, что вы женщина, но вы можете изменить свои эмоции. И об этом вам скажет и ваш куратор, и ваш учитель. Как же мне это делать? Это и называется рост осознанности. Скорее всего, интересоваться этими темами, своим духовным развитием, и понимать, на каком этапе важно держать свои эмоции как-то, ну, в рамках. Я попробую найти для Ольги, и Ольга передаст вам видео, где как раз описываются такие ситуации. Это не сеанс, это книга, и там о важности того, как надо держать свои эмоции под контролем. Очень интересно, обязательно почитаю. Хорошо. Так, бес все забрал. Итак, бес. Шар. Шар, да, бес забираешь, да? Да. Отправляй бесу. Какой совет ты ей дашь, бес, чтобы ты не подключился к ней? Кроме а того, что это я ей советы буду давать? Не, ну, ты получил сегодня то, что ты хотел. Скажи, какие условия надо создать, чтобы ты не пришел в ее биополе? Вот так, можно спросить? Без совета. На чем ей надо работать? Ну, мне она интересна только. В плане эмоций? Из-за эмоций. Понятно. Но я об этом только что говорил, что эти эмоции как раз и привлекают тебя. Объясни. Еще тогда вопрос. Мы живем здесь в материальном мире, люди. Эмоции на каком-то этапе, когда мы живем среди людей, неизбежны. Как следует ей реагировать, чтобы не получить твою подключку? Так можно сформулировать вопрос? Случаются страшные ситуации. Как ей реагировать? Объясни. Мне, конечно, льстит, что я должен учить вас элементарным вещам. Это для нее. Но я это знаю. Очень просто. Есть негатив и позитив. Вы должны быть чуть выше этой черты в сторону позитива. Замечательный ответ. Меня все устраивает. Хорошо, бес, ты получил все, что ты хотел. Так, мы каналы отстегнули, Вера? Нет, мы не отстегивали. Не отстегивали. Подхожу к Ирине, помогаю моей энергии. На счет 3 сделать импульс высокого вибрационного шока удара и отстегнуть все каналы к интерферентам. 1, 2, 3, удар. Отлетает канал. Открывается портал в галактическое ядро, канал улетает на переработку, закрывая, печатая, растворяй. Готов. Хорошо, беса буду отправлять. Готов уходить? Да, готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте беса 1, 2, 3. Бес забирает все, что он с собой принес, уходит на свою частоту 1, 2, 3. Хорошо, Лизард, еще одна попытка общения с тобой. Ты будешь отвечать на мои вопросы, да или нет? Он кивает. Сколько ты находился в этом биополе? 10 дней. 10 дней, как и без. А что так случилось в эти 10 дней назад? Я не понимаю. Где ты находился? Покажи мне ситуацию. Где произошла подключка?
Как можно за 10 дней столько своей слизи вылить на человека? Объясни мне это тоже. Он с кого-то перешел на нее. В больнице? В больнице. Значит, если бы она, когда шла в больницу, ставила себе защиту, ты мог бы войти в нее? До скольких герц ты входишь? Значит, он показывает человека, его страдания, и она соединяется этими страданиями с ним, и он вот этим вот путем перелазит. Сочувствие. Страдания. Именно страдания – это когда человек проецирует на себе страдания другого человека, да? Да, и беспомощность. И безвыходная ситуация. То есть она, я правильно понимаю, она находилась в обществе какого-то человека, у которого находился ты. Ты, да. Она испытывала страдания к этому человеку и переживала. Он испытывал страдания. Она переживала эти эмоции. Она переживала эти эмоции соединились, и это открыло ему путь перейти в нее. Ах, вот как. Ну да, здесь понятно. Там страдания и беспомощность. Хорошо, а как ты попал в того человека, из которого она перешла? Где это было? И на какой эмоции ты вошел тогда, в тот момент, от которого ты перешел? Чтобы всю цепочку понять. Ярость. Ярость. Ярость тоже твоя черта, твоя чистота? Это эмоция, я ее вижу. Хорошо, ладно, хорошо, Лизард. Я надеюсь, ты больше не будешь делать некрасиво и поворачиваться к нам попой своей, и пусть тебе послужит уроком. Он говорит, что мы его отравили. Да ты что, мы тебя отравили чем? Советом, который выпустили. Понятно. Значит, ты ничего не хочешь вытаскивать сейчас, и мне придется все делать самому, да? Нет, он лежит. А, ну хорошо, бывает. И включая внутренний белосвет Ирине, 1, 2, 3, и Ирина выдалит из себя всю слизь, все, что находится на чистоте Лизарда. 1, 2, 3, пошел свет, свет выдалит из всех ее 7 тонких тел, все микроны, энергии, подключки Лизарда, если таковые есть, все это выходит и зависает в воздухе. Но из нее выходит еще зелень. Эта зелень делала ее слабой. То есть эта зелень тоже как отравливала ее. Вот. И вот сейчас тот, кто отравил, нас упрекает в том, что мы отравили его. Какая-то ирония судьбы. Ты знаешь, у тебя, Лизард, проблемы с причинно-следственной связью. Под этим шаром открывается портал галактической дрожь, шар уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. У тебя проблема, понимаешь, в том, что если бы ты не вошел в этого человека, у тебя бы не было проблем. Она сейчас? Говорит, какой противный он. На меня? Ирина говорит, на Лизард. А, Ирина на Лизард. Да, Ирина, вот обратите внимание также на то, что он говорит, на что он зашел. Это очень важно. Это, в принципе, то же самое, о чем я вам говорил. Хорошо, итак, шар вышел, мы его уничтожили, да, Вера? Да. Давай заправим Ирину энергиями, посмотри, сколько энергии нужно Ирине и какая частота вибрации. 320 и 26. На счет 3 макушку головы. Ирина начинает поступать 7 высоковибрационных потоков по 320% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли, наполняет, усиливает. Все необходимые ей цвета начинают поступать. Мощность потоков усиливается. Поднимаем частоту вибрации до 26 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. Хорошо. Итак, Лизард. Ты больше никогда в это биополе не придешь, если я сейчас отпущу. Тебе это понятно? Да, он все понял. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте Лизарда. 1, 2, 3. Лизард улетает на свою частоту. Закрывая, печатывая, растворяй. Включаем высоковибрационные фиолетовые лучи. Вытесняем все энергии, оставшиеся от него и от беса. Остается только твоя энергия, моя Ирина. Готово. Хорошо. У нас еще... Мне немного эта ситуация с этими эмоциями не понравилась. Давай-ка пригласим куратора в комнату диагностики Ирины. Я прошу куратора Ирины прийти в нашу комнату диагностики. Поля. Благодарю вас за приглашение. Приветствую всех в этой комнате. Приветствую вас, уважаемый Поль. Мы сегодня опять столкнулись с вашей подопечной, вытащили из нее Лизарда в этой слизи, вытащили беса, оба объяснили причины своих подключений на сверхэмоции, но у меня такое ощущение, что Ирина не совсем поняла, что я имел в виду насчет того, что надо свои эмоции держать в рамках, то есть не
проецировать на себя какие-то вещи, не ощущать этих негативных эмоций. Это в плане сострадания, оно все правильно, но здесь есть такая грань. Мне кажется, она ее какую-то перешла, где открылась дверь как раз для интерферентов. Будете ли вы так любезны прокомментировать эту ситуацию? Я не знаю просто, что ей еще посоветовать. У вас есть конкретный вопрос? Конкретный вопрос есть насчет ее чувств. Она не понимает, как ей помочь, что ей делать, чтобы эти чувства не привлекали интерферентов. Вот это конкретный вопрос. Что ей нужно в себе изменить для того, чтобы не встречаться опять с такими сущностями? Только один вопрос. Это общий вопрос, и я отвечу общим ответом. Благодарю вас. Чувства бывают разные, от любви до ненависти, целый набор чувств, от негативных до очень высоких позитивных чувств. Чувство типа любви отгоняет интерферентов, просто сжигает их. Но чувства, которые несут в себе стороны уныния и негатива, естественно, привлекают всех интерферентов. Иногда человек не может контролировать эти чувства. И это работа над собой. Иногда эти чувства нужно просто прожить, пережить, обдумать, проанализировать. Например, расставание. Это очень горько. И люди переживают такие чувства. Но их нужно пережить в себе. И это дает вам толчок перейти на новый этап. Закончить и начать что-то новое. Вкратце, это ответ по чувствам. Поль, я благодарю вас за этот ответ. Вы как раз собрали именно те важные слова, которые я пытался найти, чтобы передать Ирине, но у вас это получилось намного лучше. Я благодарю вас за этот ответ и за эту помощь. Хотели бы вы от себя что-то еще добавить, два слова? Хотел бы. Я думаю, что у Ирины был конкретный вопрос по поводу больницы, которую она посещает. Мне прочитать этот я вопрос? Я очень рад, что вы пригласили меня, потому что у меня есть ответ на этот вопрос. Прочитай, если есть. Очень хочется, чтобы во время проверки пришел мой куратор Пауль. Объясни мне, как мне себя вести в данной ситуации, когда я прихожу в больницу к этому человеку, и как я могу ему помочь. У него тяжелое ранение и тяжелое моральное состояние. Хочется принести пользу и поддержать его. Благодарю за рекомендации и напутствие. Люблю, люблю, люблю. Это вам. Благодарю. Я знаю про этот вопрос, потому что я нахожусь рядом с тобой в больнице. Но ты меня не слышишь и не чувствуешь из-за своих эмоций и переживаний. Первое, что я посоветую тебе, это сделать защиту вокруг себя в матрице Земли. Она очень хорошо работает, такую, как у Веры. Естественно, ты должна визуализировать ее. Второе. Твое внутреннее состояние не должно допускать чужих эмоций, какие бы они ни были. Дело в том, что в этом случае ты должна быть выше этих эмоций, иначе ты не сможешь помочь человеку. Ты должна быть нейтральна. Если не позитивна, то хотя бы нейтральна. Нейтральными чувствами. Чем ты можешь помочь ему? Он должен сам это пережить, разобраться и понять, и снова захотеть жить. Сейчас ты можешь вернуть его чем-то очень родным из детства, то, что может привлечь его. Например, какой-то народной песней. Ты можешь спеть ему тихо, спокойно народную песню, которая успокоит его, от которой он вспомнит теплые родные места, свою семью. Это даст ему какой-то толчок и теплые воспоминания, потому что все его воспоминания на сегодняшний день негативные. Также ты можешь почитать ему какую-то книгу, очень простую, может даже детскую, но чтобы она заинтересовала его. Какую, подумай сама. Его нужно переключить на то, чтобы он слушал. Подумай, что может быть ему интересно. Простые детские рассказы, где есть немного юмора, которые актуальны и на сегодняшний день. Его нужно отвлечь от негативных мыслей.
Переключить. У нас говорят переключить, и это можно только действительно юмором или... Совсем переключить на позитив не получится. Не получится. Но отвлечь на сегодняшний день – это первый шаг. Я это и хотел сказать. Вы абсолютно правильно меня поправили. Так и есть – отвлечь от своих мыслей. Когда человек отходит от своих мыслей, он забывает о своих страданиях. И в этот момент происходит как раз этот процесс, о котором мы говорим, которого мы хотим достигнуть. Когда человек начинает просто смотреть вперед. С каждым посещением ему захочется больше и больше слушать эти рассказы, песни. Может быть, со временем он сам сможет читать. Дать ему какой-то блокнот для рисования со временем, не сейчас, потому что сейчас у него будет только негатив выплескиваться в рисунке. Это следующий шаг будет. Сначала начать с того, что вы сказали, пение и чтение. Сейчас у него и желания не будет что-то делать. Все будет исходить от вас. Пение и чтение. Это первое, с чего нужно начать, чтобы переключать его. Как раз те источники информации, которые... Вернуть его к более глубоким воспоминаниям, теплоте дома, семьи, как я уже сказала, не буду повторяться. Пол, я благодарю вас за ваш визит сегодня, за ваш ответ. Это как раз то, что мы не могли, безусловно, дать. Мы не знаем настолько Ирину, как вы ее знаете. И я думаю, на этом этапе она все поняла, то, что, о чем вы говорили, и будет прислушиваться к вашим словам. Благодарю вас. И я еще раз повторяю, я всегда рядом. И если Ирины будут вопросы, она может прислушаться и получить ответ. Но без корзиночки мы вас все равно не отправим, Верочка. В твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными и спелыми ягодами. И согласно нашей доброй традиции в комнате диагностики, каждый куратор, каждый учитель получает от нас этот подарок. Примите вы, наш уважаемый Пол, за ваш визит. Этот скромный подарок. Мы благодарим вас. И традиционно я говорю, до скорых встреч. Вы не представляете, как этот подарок приятен для представителя межгалактической души. Нам очень приятно, что вам это по вкусу пришлось. Нас это всегда очень радует. Благодарю. Благодарим и мы вас. До скорых встреч. Надеемся, Ирина очень быстро справится с этой проблемой. Всего доброго вам. Отключаемся, Верочка. Готово. Хорошо, Ирина. Вы поняли слова вашего куратора Пола? Рассинхронизируй меня все равно. Рассинхронизируй тебя. Угу. Хорошо. Да, очень интересный ответ. Благодарю. Продумайте это все, прослушайте пару раз, и все будет хорошо. Будем возвращать вас назад. И для усвоения энергии и вибрации возвращаем тонкую копию Ирины в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Сделай ей такую оболочку, как у меня. А какая у тебя оболочка? А, последняя, которую мы ставили? Да, да. Угу. И она сама будет потом ее активировать и ставить. Хорошо. На счет три устанавливаю. Защита действует. Защита активирована. Да, ей приятно. Она ее видит. Отлично. Теперь у нее фильтр стоит. Ой, как здорово, говорит. Во благо. Меркаба сверху. Готов. И Меркаба сверху. Отлично. Все хорошо. Отключайся от объекта и поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем. Я на месте.